Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студии ведущий Петр Горохов. В последнее время мы все чаще сталкиваемся с различными государственными электронными сервисами и услугами, автоматизированными системами, цель которых – упорядочить нашу жизнь, сделать ее проще и понятнее, а иногда и безопаснее. Например, система ЕГАИС, регулирующая оборот спиртного, или система Платон, отвечающая за взимание платы с грузового транспорта. Мы же сегодня поговорим об автоматизированной информационной системе «Меркурий», которая работает в сфере ветеринарии. Для чего она создавалась, как работает, чьи сферы деятельности затрагивает и как сказывается на конечной стоимости продуктов, которые мы потребляем. Об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями – Романом Юрьевичем Андреевым, начальником государственного бюджетного учреждения ветеринарии Московской области Тервет-управление номер 1 и его заместителем Виктором Евгеньевичем Грачевым. Ну что ж, итак, хотелось бы для начала, Роман Юрьевич, прежде чем мы начнем говорить о системе «Меркурий», о всех связанных с ней вопросах, в нескольких словах, чтобы вы рассказали о той реорганизации, которая прошла в вашем ведомстве, насколько она затронула все вот эти вот структуры, касающиеся ветеринарии, насколько эффективнее стала после этого работа. Да, на самом деле в течение 2017 года проводилась реорганизация ветеринарной службы Московской области. То есть у нас было ряд учреждений, они назывались ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных. В результате их было более 50, в результате сейчас образовано 5 учреждений бюджетных, государственных, территориальные управления. В данном случае мы представляем территориальное управление номер 1, централизация идет Одинцово номер 1, Щелково, Мытищи, Видное и 5-е – это Домодедово. То есть наше теруправление отвечает за несколько районов, да, за западные 9 районов – это Одинцовский, Истринский, Можайский, Русский район, Латашино, Шаховская, Красногорск. Наро-Фоминск. Ну, если, я думаю, что если говорить об эффективности, то, наверное, итоги подводить какие-то еще рано. Если 2017 год был моментом реорганизации, то, наверное, о чем-то подводить какие-то итоги рано, да, еще? Я думаю, пока еще рановато, потому что реорганизация завершилась 1 августа 2017 года. Да, произошло сокращение штата, сейчас идет становление. Ну, мы находим общий язык с коллегами. Значит, многие потерялись как какой-то статусности определенной. Кто-то изменил название должности, кто-то ушел на пенсию, кто-то совсем был уволен, сокращен. То есть сейчас пока идет такой период становления, но пока все идет в штатном режиме, особых таких серьезных вещей, которые могут затруднить нашу работу, я не вижу. Но какую-то оценку делать рановато. Ну и хотелось бы, Роман Юрьевич, все-таки для наших, для одинцовских телезрителей дать некие координаты, да, то есть территориальное ветуправление номер 1, оно находится там же, где и привыкли его видеть жители именно нашего района. Да, где и находилась Одинцовская ветеринарная станция, это Матвейкова, дом 2. То есть, в принципе, если возникают какие-то вопросы, возникают какие-то проблемы, то именно туда и надо будет держать, да, звонить, связываться. Может население обращаться, телефоны у нас те же, плюс у нас организован сайт территориального управления, где прописаны все телефоны, все адреса всех присоединенных ветеринарных станций. То есть это... Сейчас мы там завели такой интерфейс, как запись на прием, электронная запись на прием. То есть люди с животными Одинцовского района уже могут записываться, выбирать дату приема, выбирать врача, выбирать свободное время. То есть тот, кто пользователь интернета, вполне может себе это позволить. Плюс у нас будет электронная запись на обследование. То есть мы выезжаем очень часто, обследуем различные предприятия, холодильники, производство. То есть тоже, чтобы предприятиям было удобно, мы сейчас вторым этапом сделаем электронную запись вот на выезд. Ну что ж, эти вопросы, я думаю, мы прояснили. И теперь все-таки вернемся к системе «Меркурий», поскольку я думаю, что именно для простых жителей этот вопрос также не менее интересен. Итак, все-таки каковы предпосылки были создания системы «Меркурий», когда возникла необходимость, на ваш взгляд, в ее разработке и внедрении? Что это вообще за система в двух словах? Ну, давно были предпосылки к ее внедрению. Были региональные программы, они сейчас в каком-то виде существуют по электронному оформлению документов. То есть это для
уменьшение времени оформления ветеринарных сопроводительных документов. Ветеринарно-сопроводительные документы или ветеринарные свидетельства оформляются на грузы, поднадзорные ветеринарному надзору. То есть это в основном грузы животного происхождения и растительного происхождения частично. То, что становится потом или является продуктами питания. Да, то есть это документ, который подтверждает качество и безопасность этого продукта. То есть кроме товарно-сопроводительных документов, кроме удостоверения качества, кроме сертификата, есть еще ветеринарный документ, который непосредственно подтверждает, с какого хозяйства, от какого поголовья это получена продукция. Ну, так можно взять, допустим, одну какую-то позицию, молоко, да, или мясо, или яйцо. Ну, вот у нас здесь есть петелинка, можно взять, допустим, курицу. То есть мы по этому документу врач полностью проводит анализ, то есть он видит, по каким документам поступила птица, какие исследования там с ней проводили, то есть определенные инфекционные заболевания опасные, то есть исключены либо путем вакцинации, либо путем лабораторных исследований, которые говорят нам, что, значит, проведены исследования, получен отрицательный результат, то есть нет ничего плохого. Те же антибиотики, те же гормоны различные, то есть все это подвергается лабораторным исследованиям, в данном случае ветеринарными врачами. И после всех этих манипуляций, после всей производственной цепочки, где на каждом этапе стоит ветеринарный специалист и смотрит, как она проводится. То есть это определенная частота производства, да, ну, чтобы продукт был на самом деле качественный и безопасный. Полностью на всем цикле стоит ветеринарный специалист, все это смотрит и в конце выдает ветеринарный документ, ветеринарное свидетельство. То есть это серьезная бумага с водяными знаками, с голограммами, с печатями. Поделать его практически невозможно. Ну, значит, который говорит о том, что данная продукция для потребителя качественно и безопасна. Россельхоз... И эти данные заносятся в электронную систему. Да, сейчас все это будет переведено в электронный вид. То есть самой бумаги. Ведь смысл какой? Отказ от бумаги. То есть бумага определенно стоит определенных средств. То есть там 30 рублей стоит этот бланк. Вот чтобы уменьшить финансовую нагрузку на производителя, вот внедрена вот эта электронная сертификация. Плюс ко всему, конечно, когда это все заводится в электронном виде, проще отследить, проще посмотреть и быстрее. То есть не надо копаться в бумагах? Не надо копаться, не надо листать журналы. То есть подразумевается о том, что это будет все в один клик, нажал, и ты видишь полностью всю информацию. Откуда, куда, чего и зачем. Потому что очень много на рынке продовольствия фальсификатов. Очень много на сегодняшний день. Плюс есть производители, заявленные как производители, которых в итоге не оказывается на том месте, где они зарегистрированы. То есть якобы сделано там-то, якобы сделано на каком-то заводе, но завода не существует. То есть он какой-то виртуальный завод. То есть он вообще по большому счету мошенничество. Да, это мошенничество, а продукцию мы видим на прилавках. И когда вот Россельхознадзор, это федеральная наша структура, когда начали выявлять вот эти вещи, то есть жизнь сама подсказала, то есть пути решения. Вот один из путей решения – это вот внедрение программы «Меркурий». То есть внедрение этой системы позволит исключить риск вот недобросовестных, со стороны недобросовестных таких производителей, которые используют непонятно какое сырье и производят все это непонятно где, прикрываясь фальшивыми адресами. Да, в этом как бы есть определенный резон, потому что для того, чтобы быть в «Меркурии», нужно иметь регистрацию, нужно зарегистрироваться, надо пройти... Открыть личико. Открыть личико, совершенно верно. Вот, и продукция в таком случае будет четко принадлежать конкретному производителю. И ему не надо скрываться, если он ведет свои дела чисто, если он продукцию свою выпускает надлежащего качества, то это один из показателей его добросовестности, именно нахождение внутри системы «Меркурий». И уже вопрос к другим будет тогда производителям, почему их там нет. То есть отсутствие производителя в системе «Меркурий» должно заставить потребителя задуматься, приобретать ли продукцию этого продукта? Да, конечно. Да, конечно. И... Вообще оборот такой продукции будет запрещен. Без прохождения электронной сертификации данная продукция будет являться, ну, скажем так,
нелегальной и вообще представлять определенную опасность. То есть она априори будет считаться по 29-му федеральному закону некачественной и опасной. А что касается, ну, скажем так, возможности подделать результаты, да, этой системы, ведь для простого, вот я беру конечного потребителя, да, он пришел, он берет там ту же упаковку, раз уж мы начали про курятину говорить, да, он берет упаковку курятины, понятно, если это Петелинка, этот бренд известен там всем в Одинцовском районе, но он берет некоего производителя, это неизвестного ему до этого, и что он видит? Он видит маркировку какую-то специальную на упаковке, или ведь, в принципе, клеймо-то можно поставить, да, ведь мы же сталкиваемся еще и с тем, что, например, на той же обертке заявлены одни ингредиенты, а начинаешь продукт открывать, а их там нет, да. Нельзя ли подделать будет вот этот знак системы Меркурий, ну, как-то, каким-то образом внедриться неправомерно, неправомощно в эту систему? Навряд ли, потому что система формирует так называемый QR-код. Этот QR-код считывается любым устройством, которое имеет доступ в интернет и, соответственно, считывание. То есть, если человек пошел в магазин со смартфоном, он сможет проверить. Поднеся смартфон, дается ссылка, и по этой ссылке мы заходим в базу «Меркурий» и видим полностью всю информацию о данном продукте, когда он поступил, когда он был выработан, кем был выработан, как он проходил, какие исследования, какие лабораторные анализы проходили. Вся информация, сроки годности, вся информация будет уже непосредственно на смартфоне или же там, на каком-то другом устройстве. С 1 июля система заработает. Не приведет ли это к повышению розничных цен? Поскольку понятно, что 30 рублей бланк здесь производитель экономит, да? Но тем не менее, ну, все равно какие-то дополнительные усилия системы это требует. И от производителя, и от посредника, и в конечном счете от ритейлера. Не будет ли повышение цен там? Как вы себе это видите? Все специалисты говорят, что это не приведет к повышению цен. И мы надеемся, что не приведет. Возможно, кто-то будет пользоваться этим моментом для того, чтобы, наоборот, увеличить и сослаться на программу. Ну, определенных затрат для внедрения нет. Да, есть какие-то там, все равно требует система вложений, то есть необходимо какие-то трудозатраты провести, то есть служба каких-то компьютерных гениев производственных должна будет поработать, внедрить. Ну, гениев в кавычках, со складской программой, значит, их состыковать, чтобы они работали вместе. То есть, есть же определенные складские программы учета, то есть, они все это делается, интегрируется одна в одно. То есть, тут какие-то определенные трудозатраты, конечно, пойдут, но я не думаю, что это сильно отразится на стоимости продукции. Если и будет там какие-то, может быть, 1-2 копейки, но я не думаю, что это... Ну, сама программа бесплатная. Меркурий бесплатен. То есть, пожалуйста, получите логин и пароль, имейте доступ в интернет, и все. Больше ничего не нужно. Я думаю, что единственное, что в чем действительно может оказать какое влияние на цены, это снижение количества фальсификата, который априори всегда дешевле, чем натуральные продукты. Да, да. Повышение доли натуральных продуктов в рознице, в розничной торговле, и, соответственно, ну, возможно, общее повышение фона ценового. Но не за счет, скажем там, увеличения цены на продукцию, да, а за счет просто того, что большее количество продукции стало натуральной. Да, ну и потом она должна наименоваться все-таки правильно. То есть это не творог, а творожный продукт. То есть надо называть вещи своими именами. Вообще, вот насколько часто вы в своей работе сталкиваетесь с фальсификатом, и насколько вообще вот в связи с этим актуально внедрение этой системы? Сколько его фальсификата этого? 40%, 50%, 80%, 10%? Ну, такой анализ мы не проводили, честно говоря. Такой анализ проводил Россельхознадзор по России. Ну, и то это не стопроцентный анализ, то есть это выборочно, проверки же проводятся у нас выборочно, раз в 3 года. То есть мы же можем прийти во время проверки, будет все идеально, а потом 3 года производитель будет... Бесконтрольно производить. Ну, как бы да, с одной стороны да. Но нормальные, серьезные производители, конечно, отстаивают свое честное имя, а у них есть определенные
значит, этапы отслеживания качества продукции, на которых, в том числе, я вот говорю, присутствует государственная ветеринарная служба. То есть есть определенные договорные обязательства, где мы смотрим и подтверждаем, да, это на самом деле так. И данные производители, конечно, они отвечают за качество и безопасность. Те производители, которые решают, что им как бы можно немножко слукавить, ну, здесь вот эта система, наверное, создаст определенные сложности для них. Ну, хотелось бы, чтобы это были запретительные сложности. Тем более хотелось, вот опять же, продолжая эту тему, задать вопрос о наказании, которое предусмотрено за неправильное использование этой системы или за неиспользование этой системы теми, кто ее использовать должен. Ну, там уже работает инспекторская служба. То есть там предусмотрено. Это административное наказание в виде штрафов, штрафных санкций. Насколько они велики? Давайте напугаем нерадивых производителей. Ну, максимально, по-моему, 800, Трогинич, да? Тысяч или рублей? Тысяч на юридическое лицо. На юрлицо, да. То есть достаточно серьезный штраф для того, чтобы задуматься и изменить. Миллионных штрафов нет, но такие в несколько сотен тысяч, да. Ну, я думаю, что да, если еще штрафов будет несколько, то человек, я думаю, действительно задумается, имеет ли смысл нарушать установленные правила, установленное законодательство. Ну и вот, Роман Юрьевич, хотелось бы попросить вас, взять с вас обещание, что как только система эта заработает, чтобы вы, возможно, отправившись в какой-то или рейд, или продемонстрировали, а мы бы осветили, как эта система работает, как ею пользоваться, чтобы мы, может быть, пошли в какие-то торговые точки, которые будут не против, и на примере конкретного магазина показали, как можно определять качество продуктов, как можно определять производителя. Знаете, я думаю, это было бы очень интересно. И зрителям, и для нас это тоже очень положительный эффект. Ну и для торговых точек, и для производителей тоже это, я думаю, будет интересно посмотреть. Это хорошая реклама. Хорошая реклама, в том числе, да. Если производитель считает, что его продукция качественно безопасна, он готов отстаивать, если он не боится, показывать, то, я думаю, это будет очень хорошая реклама, да, и для потребителя его продукции. Это будет здорово. Ну что ж, спасибо огромное за то, что пришли к нам сегодня в студию, ответили на эти вопросы. Я думаю, что действительно нашим телезрителям стоит знать о системе «Меркурий», стоит знать о том, как ею пользоваться, когда она вступает в действие. Ну, а со своей стороны вам желаю всяческих успехов в ее продвижении. Спасибо. Спасибо. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ.